И всем привет, с вами Аракас из Бур 5393. И еще Слава. Да. Я его не знаю, ник, короче. Матео. Да, Матео 704. Да. И нас недавно вот разгриферили. Какие-то гриферы. Да, ну мы до этого на этом сервере, конечно же, играли. Но съемка удалась неудачной. Все пошло ко дну. И надеюсь, это будет первая серия. Первая серия. Точно. Да, про этот сервер. Да. Да, ломат. Так, что купить тебе, Давид? Я не понял. Мне стержень и фрит и все. Нет, сразу вот эти купи. Зелька? У меня 36-й, его я могу прикинь. Нет, ты сразу купи вот не этот, а... Заодно я вас научу в этом видео делать бесконечные зелья или пузырьки опыта, так как меня научил Пруит. Конечно, да, Матео из Бур 5393 тоже умеет, только Бур 5393 не до конца умеет, но умеет. А Матео... Я умею. Нет, я про Сбур-то. Я говорю, Матео умеет. Это меня Матео научил. Ага, меня Пруит. Тинди 009. Я видео посмотрел. Понятно. Так, я дерево куплю. Телепортируйся ко мне. Зачем? А у меня плоская поверхность. Арман, ты пей ко мне, на меня пауки нападают. Много их там. Да, вот атаку. Трудун. Да и спускайся к своему дому. А, ты в шахте? Да, все, я тут. Угу. Прямиком в шахту. Я нашел книжку на остроту 5. Офигеть. Так, тоже прямикал. Ау? Сначала... Прямикал. Прямикал. Я пишу. Могу сдавать? Зачем мне паузу сдавать? Армани, это же в Африкане сделал прикол? Офигеть. Давай сейчас бесконечную зельку попробуем сами сделать. Да я и так сейчас буду делать. Не бесконечную зельку, точнее. У меня есть моментально. О, ты сделай, главное это. А нет, давай лучше этот. Профи в этом. Что есть? Моя голова. Не, пожалуйста, не ломай ничего, плиз. Моя голова. Этот мочил, пойдем сделаем бесконечную зельку моментального. Окей, сразу заприватим дом, окей? Не надо, мы сами заприватим. Не надо, мы тогда приватим. Не надо, я приватаю сам. Я заприватю сейчас. Хорошо. Откуда у вас голова Томаса? Оттуда. Я ее выбил. С Томаса? Нет, с чела какого. Подождите. Алло. Нет, еще через... Ну, я уже готов, в смысле, я выходить буду без 20, короче. Да. Угу, давай, пока. Ой, я забыл про киношку сказать, ну ладно, пофиг. Давайте продюпаем там. Подожди, я еще одну голову в коллекцию Давида добавлю. Хочу дюпать. Я только что на смауне выбил что-то голову. Там кто-то умер на спавне. А что дюпа делать? Короче, давайте я сейчас заберу вещи свои. Я пошел на варп-шоп. Все, короче, я пацанам заприватил, у меня пока Ты заприватил? Не надо приватить. Не надо было приватить. Тут пруит бегает люди. Я знаю. Я не приватил. Пруд. Тут пруд бегает. У него пруд в животе. Ой. Я бред сказал. Так, там сделано. Тут сделано экспант. А у тебя вы видели когда-нибудь мосяку? А, мосяка гриф? Да. Не надо. Ведро,
С водой. Все, я заприватил, да. Молодец, меня теперь в регион добавь. Нет, не в гости добавь, по хозяину, когда это? Это же Адовнер, да? А, да, Адовнер, Адмендер. Сделайте ментальный урон. Я делаю уже. Дай мне сельку моментального урона. Адовнер. Дай мне, я ее продеплю, одну вы будете пытаться делать, вторую я, окей? А нужно двоим же делать. Да, тоже мне сделать, дай мне тут... Дай мне тоже одну зимку. Тоже, я там уже подготовился. Я уже подготовился. Все, Арман, я тебе... Подготовился! Ты где? Дай. Что тебе? Дай зельку. Зельку дай. Что, Матео вообще обнагнел? Все, не дерись. Чё он на меня сам первый полез? Он на меня, дай зельку, у меня 2 хп сейчас. Ему говори. Чё нагло. Дай яблочко 2. Спасибо. Ой. Так, чё потом? Ещё Матео регион дать. РГ. Адмембер. Адовнер. Зачем Адовнер? А чё? Он же тоже с нами будет жить. Что там? Все, я дал. Теперь кому регион давать, Арман, еще? Пруиду? Ну, не, ой, Тинтина 09. Так, РГ... Адовнер. Так. ТНТ-009? Да. ТНТ. Мне через 10 минут выходить. А, блин, что-то я не могу сгасить. ТНТ-009. Всё, я дал. ТНТ-009 я дал. Так, пойдем вместе, давай с тобой вдвоем. Я ему сейчас помогу. Давай. А потом давай с тобой вдвоем. Давай, этот, Мачео. Мачео? Давай, ломай. Сказал, что... Арман, меня что-то не запускается. Что? Лаунчер. Не знаю. Все? Все? Ну, все нормально. Давай теперь ты мне поможешь, это и на зельку. А, там же мои настройки, что это за этого. Ну ты заново скачай нотус, нужно же для каждого. Я следующий Арман делаю, так. Заходим в Африкан. Не, давайте просто сундук поставь тут, вот тут. Блин, Арман, не прыгай на нем, я же в Африкан. Да зачем ты сломал? Ты. Эй, чё, у меня 5 стаков. Яблочек! Да блин, не попышкайся, Арман! И слава! Арман! Все, фотки! И теперь открываю! Открыл! Арман, я тебе сейчас напишу в личку эту команду. Давай, тут... Арман, ломай! Про Ронус это никто не знает. Сломал! Нет. Ой, давай я попробую сделать! Давай я попробую сделать, а потом, если у меня получится, еще раз давайте только ятер делаю. Арман, напиши вот это. Да сундук у меня есть, отойди, Матео. Матео, отойди, у меня сундук есть в руке. Да, дай все ставь. Так, все, ложим зельку, смотрите. Я вхожу в Африкам, сажусь в лодку. Это, вот, возьми, вот, твоя зелька бесконечная. Возьми. Да блин, вот. Ту лодку же. Запасай. Арман, эй, водку скрафтите, а? Арман, напиши вот так, в консоли. А теперь зельку дайте. Зелька там не лежит. А, все, кофе. Так, вот я продемонстрирую, как делать. Так, берем. А, не. Вот так вот стоим, входим в Африкан, садимся в водку, открываем сундук, наводим вот так вот. И нажимаем, какой у вас свободный слот. Вот у меня 4-й свободный. Давай. Давай, ломай. Все. Выходим. Из его. Давид!
Я во все попал. Подожди. Смотри, Мазафак, бесконечная зелька получилась. Карман, я тебе написал в личку. Напиши вот эту команду. Подожди, Шейд. Шейд, ты понимаешь, что у меня съемка? Шейд, у меня съемка идет. Вот тут на варповой бэч чьи-то головы. В консоли модуса напиши вот это. Блин, чувак, подожди. Напиши лучше в чате. Сломайте сундук. Сундук, я не в Майнкрафте. Сундук, сломайте сундук, сундук, сундук. Спасибо, Сап. Один хочет ко мне тпхнуться, подожди. Да сломай сундук, мы его задьем. Сундук сломай. Сундук сломай. Кто им сломать сундук? Арман, сломай. А он далеко от меня, ты ближе. Армич, скоро что-то меня... О, это сундуке курица. Армян, сундуке курица. Армич. Ты знаешь, что создатель модуса? Майнкрафт? Нет, модус создатель. Давайте все ПВП. Да сломайте сундук. Сломайте сундук! Я иду ломать. Место. Давай, 15, 10, 8, 5, 4. 4 метра. Давай, ломай, ломай. 3. Вам. Топ-т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 оп-
Моя очередь. Тут. Мне написано, кто прекратите фудить или что-то такое. Кто написал? Чё это написал? Ой, тут чувак ушел. Что, ТП, я сейчас приму заявку. Нормально, где? Вперед. Домой, ТП, сейчас домой, печатай. Я зельками забью. Эй, чё? Он дресвалил. Нормально тебе ТП. А, ко мне куча чувачков ТП шнулась. Давай, супши. Телепортируй меня. У меня уже 2 головы. Я отправил, Арман, быстрее принимай. Я уже 2 чувачков убил. Вау, голова псая. У меня есть голова псая. Троу фейс, у меня есть голова псая. А, так кто как нам стайл поет, если ты знаешь, что это. А, там у него скина нету, ладно. Я пошел вешать. Только не говорите, что у меня все головы Стива, а нет. Блин, ты мне, у меня одно хп, не стреляй в мою сторону. А, тут все бошки Стива практически. Да блин, да он стрелял! Я в него стреляю! Стрелять! А, я себя убил. Я твои вещи подобрал, походу. А там зелька не подбирается. Да. Так, твоё... Эй, у меня зелька теперь не бесконечная. Чё ещё у тебя было? Гонь. А, вот твоя ещё голова. Ты да что? Я этого пацана убиваю. А, почти. Как меня? Я этого пацана убиваю, который телепортируется. ТП, прими. Я пацана пытаюсь убить. Так, сзади, сзади! Ладно, первая серия окончена. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Аля Кас. Всем удачи, всем пока. Я тебя отправил обратно такой. Да блин, а умри. Да, я его убил!